Так, привет всем, с вами ваша Сила Бутерфлай, вот такая вот зеленая роза, вот такая, такая летающая. Сегодня будет показ коллекции Барби. Я уже начала снимать, сняла 4 минуты и в итоге реалайз, как говорится, осознала, что у меня нет микрофона. Придется перезаписывать заново. Ну что ж, начнем. Начну вот с такой вот как бы без топика, так прикрою наготу. И здесь у нас была музыка, так надавишь. И такой, I just like you, you just like me. Та-та-та-та-та-та-та-та. Я не помню, как там текст. Смотрите, такое у нее шикарное ожерелье. Вот. Надо топик ей как-то сделать, пришить. Через 5 секунд я это сделаю. Ну вот, хорошо, что я разобрала. Лицо, макияж, вот такой вот, как он был модный в 2000-х. Это больше 90-е, это Наоми Кэмпбелл. Здесь говорят Наоми Кэмпбелл. Смотрите, какие накладные ресницы у нее. Ой. Вот это ноги от ушей, хоть завязочки пришей. И такая вся дива, как говорится, как это, шоколадная пантера. По-моему, кто-то из олигархов на ней женился. Расскажите мне, пожалуйста, детали. Ничего не знаю. Уже, может быть, развелись или нет? По-моему, Прохоров какой-то, да, нет? Далее у меня идет вот такая куколка. Кто-то вязал, старался. Такое вязаное платье. Прям вау. Сиреневый мой любимый. Здесь цветочки вывязанные. Представляете, какая кропотливая работа. Здесь заколочка. И более того, здесь еще есть сережечки. Посмотрите. Типа как у меня, да? И вот это дело, мне кажется, это очень винтажная кукла. Может быть, 50-х, 60-х. Не знаю, когда начали создавать. По-моему, 56-м. Компания Mattel. Как-то вот так. Но я не умею продавать. Вот продать бы кому-нибудь, кто любит. Здесь у нас такая Кристина Агилера в ходу. Почти что. В таком секси-дресс, секси-платье. Ну что, волос прелесть, да? Представляете, вот так вот волос завивать, а потом от него ничего не останется. Но зато на сцене красиво. Вот так вот. Хотя глаза и макияж, опять же, более к 80-м или даже 70-м. В общем, я не пойму, какого возраста эта кукла, но вот такая. Так. А, тут у нас пошли дети. Вот такая вот кукленыш, ребятеныш такой. Я бы так радовалась, когда у меня бы в детстве такой пупсик был, но у меня не было. У меня были пупсики, но они такие были без платьев, и они такие были совсем бэйби. А тут вот такие с платьишками такие, господи, надо бы причесать получше голову. Ну ладно. Такое платьишко, вот такое вот в детстве у нас у всех было. Что-то с ягодами, с яблоками, так прикольно. Сейчас детей так не надевают. Сейчас детей наряжают как маленьких взрослых, да? И как бы вот этот вот шарм весь теряется, мне кажется. Но здесь вот у нас что? Вот такая вот девочка пришла. Дива-дева. Платьишко уже звездочки. Сейчас, кстати, как раз звезды модно. И до сих пор с соской. Вот такая вот блондиночка. Но за углом. А вот это вот брюнетка. Такая яркая брюнетка довольно-таки. С такими хвостиками. Такой комбинезончик. Но вот комбинезончика у меня не было. Не помню, чтобы у меня прям было. Это уже потом появились всякие комбинезоны для дискотеки. Но у меня тоже, опять же, не было. Почему-то я тогда это не признавала. Я признавала только платье.
Так, сейчас. Тут какие-то бусики. Вот это вот какая-то у меня вообще разлетается на ветру. Ой. Смотрите, ножки. Буди-буди-буди-буди-буди. Такой сарафанчик, причем он трикотажный и трикотаж шелковый. Вот такое сейчас очень ценится. Этого уже не производят, поэтому это модно. Вернее, ценно. Вот такая лохматая. Кто бы привел их в порядок? Мне некогда, если честно. А дочке пофигу, такая типа. Она совсем не играла пупсиками. Вот еще Барби куда ни шло играла, вот пупсиками совсем не играла. Это как-то удручает. Вот такая вот девочка у нас есть. Рыжуха с накладной косичкой. Ну так, ничего так. Ой, она без трусов. Ну ладно, господи, надеюсь, не забанят. И вот такая вот, придется ее закрыть, тоже она голая, как бы так, но она вам скажет привет. Красивый волос, да, и глаза зеленые, зелено-карие. И вот таких два из фанк мюзик, этих самых музыканты пришли такие, чпок-чпок. Они такие, сейчас, наверное, так и споют. Just the two of us, we can make it if we try, just the two of us, you and I. Это я шла с ребенком с кукольного театра, и мы шли, и кто-то, по-моему, выставил это дело, или это продавали за доллар. Ну, в общем, это было в частном секторе, и вот таких вот мы подцепили дюдов. Дюд по-английски это такой фраер, мужичок. Ой, и тут еще два осталось пупсика, мне придется нырнуть. Ой. Так, вот такая вот пупсеныша. Она-то красивая, да? Мне нравится. Надо как-то прилизать эти волосы. Вот что значит, лежали в пакете. Надо было, вот если бы они в коробочке лежали, они бы были, имели вид. Да, надо, в общем, назидание поставить себе. Купи коробочку, Оля. И вот такой пупс. Такой вот. Ой. В общем, как-то так. Коллекция моих Барби вроде бы закончится, хотя, мне кажется, я что-то забыла, как всегда. Но если найду, то покажу. А на этом заканчиваю свой репортаж. С вами была Silver Butterfly, серебряная бабочка. И Барбис. Пока-пока. Мы полетели.